Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертоться, кушает компот! Вот стоц, перевертоться, и мечтает снова! Вот стоц, перевертоться, перележит на лед! Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хреновую тучу патронов за это, чтобы... Все это! Чего я тебе жалею, что купил? Говорила мне мама держаться от тебя подальше! Здорово. Говорила, что ты дебил, неудачник! Ну ладно. Мама, ты была права! Теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например... давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, Черт, я нарисую. Приснится же такое. Пап, опять а когда мама уже вернется? Вот, этот мужчина, такой он позавший, оборачивается ко мне. Обязательно. Девушка, если бы моя жена готовила в ближайшие 50 лет нам не грозит подняться. Я был бы самым счастливым человеком на земле. Спи спокойно, дорогой товарищ. Что же ваша жена так не готовит? А он мне. Ну, вообще-то, я как бы не жена. Ой, прелесть какая. Ну так давай, подруга, вперед с песней. Никого нет дома! Всюду грязь какая-то. Невозможно просто. И люди грязные, вруны, лицемеры, предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь. Да и от тебя подванивает. Ну, посмотри-ка, кто тут такой чистюля? Это под ноги смотришь, наследил тут, а убирать кто будет? Вот я б тебя, Гарри, грязь намокнула. За станцией Рижской. По договору наши станции будут также совместно действовать в вопросах дороги, связи, ресурсов. Никогда, и так далее. Никогда больше не делай так. Хорошо, па. Извини, я больше так не буду. Господи, ну за что это нам? Артём, прошу тебя, у меня сын болеет, Антошка. Ты не мог бы? Неловко как. Хоть пару патронов дать нам на лекарства, а? Я тебе... Спасибо, Артём. Есть еще добрые люди. Вот, посмотри, реальный шлем. Ломом не прошибешь. Пули отстрелишь. Дозорная на дрезинах. Авангард пешком идет впереди, проверяет туннель. Рейгард замыкает. Все эти слова понимают. Ну так, такой защиты хватит. Что точно. Ты не очень ты ценишь свою жизнь. Короче, одна ничего, шлема как-то сэкономишь на шлеме, потратишься на блок. Так, уважаю! Наконец грамотного человека встретил. Замечательно! Ну, срезать через боковое. Без хорошего автомата, считай, нету солдата. Еще сегодня утром они взяли наш хаос. Давай, вставай, скотина пьяная. Выбирай свой подарок. Карандаши и конфеты. Карандаши можно? Ты кто вообще? Ты кто, дура? Все, слушай, сегодня не обижай. Сколько можно сиять?
спрячемся. Как скажете. Верно, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана. Свинина! Свинина! Артём, слышал, ты в караван записался? Ну, удачи тебе. Можно я с тобой разбираться завтра? Ты чё, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружейную и прибарахлись как следует. Потому что я гордый. Привет, Артём. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться, окей? Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москву не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой Москвы. И наш тоже скоро не будет. Земля достанется мутантам. И мы сами виноваты. Но ведь было метро и в других городах. В Питере, в Минске, в Киеве. Вдруг там кто-то выжил? Может, вначале там кто и спасся. Но сам подумал. Сколько лет прошло? Сколько лет? Связь ни с кем так и не установлена. Эфир молчит. У других городов ведь... О, привет! Ну чё, как? ...ракетная система в Москве. А в Петербургу... Какого? Ладно, сынок, ты готов? Слав, слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Работай сам без перекуров, умник. К каравану присоединяешься. Ну, удачи. Артём! Сюда! Давай, блин, быстрее! Честь имею. Ну что, готов выдвигаться?
говорил, счастлив, что граница... Готов? Спокойный, тогда двинули. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение — главное орудие убийства. По местам! Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче.